целях предупреждения правонарушений и организации эффективной профилактической работы среди населения, оказания помощи лицам, оступившимся на жизненном пути и нуждающимся в поддержке, на днях в здании Хакимията Чалынзарского района под председательством исполняющей обязанности председателя районного суда по уголовным делам Дурдоны Дедахановой состоялось выездное судебное заседание, на котором рассматривались вопросы условно-досрочного освобождения осужденных лиц, состоящих на учете по линии службы пробации. В мероприятии приняли участие судьи районного суда по уголовным делам, ответственные работники районного отдела по поддержке махалли и семьи, народные депутаты, представители Совета Союза молодежи, инспекторы районного отдела профилактики правонарушений, а также родные и близкие подсудимых. Комарова строго предупредить об уголовной норме, согласно которому в случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде ограничения свободы, приговор может быть обжалован или опротестован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения. Учитывая семейное положение подсудимых, возмещение причиненного материального ущерба и другие смягчающие обстоятельства, согласно статье 73 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, суд условно-досрочно освободил 13 осужденных граждан, находящихся на учете по линии службы пробации. В целях профилактики правонарушений и уменьшения преступности в столице главой государства была утверждена дорожная карта. Во исполнение поставленных задач, согласно утвержденной карте, органами судов, прокуратуры и внутренних дел реализована системная работа, направленная на обеспечение мирной и благополучной жизни граждан, предупреждение правонарушений на ранней стадии и борьбу с преступностью. Вот и сегодня мы провели выездное судебное заседание. Надо сказать, что жители нашего района приняли в нем активное участие. Аналогичное мероприятие состоялось и в Управлении координации деятельности органов внутренних дел Шайхантаурского района. В мероприятии приняли участие сотрудники органов внутренних дел, прокуратуры, судебных органов, председатели и активисты махалинских сходов граждан, представители Союза молодежи и другие работники соответствующих управлений и организаций. Председатель районного суда по уголовным делам Тимур Юсупов и другие судьи в ходе судебного заседания рассмотрели дела подсудимых лиц. Судьи приняли во внимание примерное поведение подсудимых, их раскаяние и то, что они не нарушали порядок отбывания наказания и имеют положительную характеристику с места жительства. Поэтому было принято решение освободить по статье 73 Уголовного кодекса Республики Узбекистан от уголовной ответственности 14 граждан, состоящих на учете по линии службы пробации. Тайланга ахлоқсиз ишлар жазоси ёки озодлигини чеклаш жазоси шу муддатга ўтилмаган муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазосига алмаштирилади. В завершении судебных заседаний с условно-досрочно освобожденными гражданами была проведена профилактическая беседа. Ответственные лица разъяснили, какие правовые последствия предусмотрены законодательством в случае рецидива совершения преступлений. Также всем присутствующим были даны ответы на вопросы, касающиеся получения паспорта и трудоустройства.